Героем нашей истории является мужчина по имени Виктор. Он проживает в маленькой деревне, окруженной живописными лесами и озерами. Жизнь в деревне была спокойной и размеренной, и каждый житель знал свое дело. Но Виктор был особенным человеком, он был заядлым рыбаком. Каждый свободный момент он проводил на рыбалке, наслаждаясь тишиной и красотой природы. Лето наступило, и Виктор не мог устоять перед соблазном провести все дни на рыбалке. Каждое утро он отправлялся на озеро, вооруженный удочкой и надеждой на удачный улов. Он знал каждое место, каждую тропинку, каждую яму, где можно было найти самых крупных рыб. Его опыт и мастерство в рыбной ловле были непревзойденными. Однажды, когда Виктор уже успел податься на привычное место на берегу озера, он заметил движение в кустах. Сначала он не обратил на это внимания, приняв за обычное движение лесных обитателей. Но когда он взглянул еще раз, его сердце забилось сильнее. К нему медленно приближался медведь. Виктор сразу почувствовал страх, ведь встреча с медведем могла закончиться катастрофически. Но, набравшись смелости, он решил остаться на месте и посмотреть, что произойдет. Медведь приблизился к нему и стал зверски рычать, изображая угрозу. Однако Виктор почувствовал, что это необычная ситуация. И тогда произошло нечто удивительное. Медведь, перестав рычать, подошел к рыбаку и положил маленького медвежонка у его ног. Зверь спустил последний пронзительный взгляд на Виктора и скрылся в лесу. Виктор стоял на месте, не веря своим глазам. Он понял, что медведь просил о помощи. Сердце Виктора заполнилось состраданием, и он решил, что не может оставить медвежонка одного. Но что же делать? Виктор понимал, что он не сможет справиться с задачей один. Он быстро достал мобильный телефон и позвонил в службу спасения диких животных. Он объяснил ситуацию и попросил помощи. Через 30 минут на место прибыла команда спасателей. Они оценили ситуацию и решили забрать медвежонка в центр, где его будут лечить и заботиться о нем до полного выздоровления. Виктор сопровождал медвежонка до специальной машины, которая отвезет его в центр. Он пообещал себе, что будет следить за его судьбой и приходить в гости. Виктору было приятно видеть, как медвежонок становится все сильнее и здоровее с каждым днем. Через два месяца медвежонок был полностью здоров и готов к возвращению в лес. Виктор сопровождал его обратно в его естественное окружение, понимая, что медвежонок теперь сможет жить свободно и счастливо. Когда Виктор стоял на границе леса, он прощался с медвежонком. Он сказал ему последнее прощай и пожелал ему счастья и безопасности. Медвежонок, кажется, понял слова Виктора и, как будто в знак благодарности, нежно прикоснулся мордой к его руке. Затем медведь побежал в лес, и Виктор смотрел, пока его новый друг не исчез из виду. Впереди Виктора ждала привычная рыбалка, но теперь в его сердце появился новый смысл. Он понял, что каждый из нас может стать героем в своей истории, если мы готовы помочь и проявить сострадание к другим существам. И, может быть, именно эта встреча с медведем стала для Виктора самым значимым событием в его жизни, изменив его взгляд на мир и природу. Вот такое удивительное видео. А что вы думаете по поводу данной истории? Делитесь своим мнением в комментариях, а также подписывайтесь на канал, там вы найдете еще много интересного.